Госсекретарь США Майк Помпео отметил прогресс в переговорах с Ким Чен Ыном. Об этом он заявил после сегодняшней встречи с лидером КНДР в Пхеньяне. Переговоры политиков длились около 2 часов. За это время они успели обсудить, в частности, сокращение ядерного оружия Северной Кореи и второй американо-северокорейский саммит. Ким Чен Ын, в свою очередь, также отметил, что это была приятная встреча, которая обещает хорошее будущее для обеих сторон.